Кузнецов Артем Павлович, полный кавалер Ордена Славы. Родился 3 ноября 1910 года в село Пурдушки, ныне Темниковского района. В рабочей крестьянской Красной Армии с июня 1941 года. Участник Великой Отечественной войны с июля 1943 года. Командир отделения 240-го гвардейского стрелкового полка 74-й гвардейской стрелковой дивизии. Особо отличился в боях за освобождение Польши при форсировании рек Висла и Одер. 20 октября 1944 года старший сержант Навалов при отражении контратаки противника у населенного пункта Анелин-Кемпа заменил вышедшего из строя командира взвода, отразил атаку противников, нанес врагу большой урон в живой силе и технике. С 10 по 15 февраля 1945 года при ликвидации окруженной группировки противника в городе Познань гвардии старший сержант Навалов вновь заменил раненого командира взвода и поднял бойцов на штурм опорного пункта. Ворвавшись в здание, воины гранатами и огнем из автоматов уничтожили много противников. В последующей схватке на территории оружейного взвода истребили до 20 вражеских солдат. 16 февраля 1945 года в бою в районе юго-западнее город Кюстрин отделение во главе с гвардией старшим сержантом Наваловым ворвалось в траншею противника, уничтожило несколько вражеских солдат, преследуя неприятеля, захватило господствующую высоту, отразило контратаку. Навалов был ранен, но не оставил позицию до подхода стрелкового батальона. Похоронен в городе Тбилиси, Грузия. В ноябре 2000 года по просьбе родственников перезахоронен в городе Челябинск. Награжден орденом Отечественной войны первой степени и медалями.